почувствовать себя ведущим ток-шоу на телевидении и поработать на камеру в прямом эфире. Такие возможности дает детский подростковый профориентационный лагерь «Медиакэмп». 35 человек от 7 до 14 лет пробуют себя в роли журналистов и работников ТВ. Так ребята смогут поближе познакомиться с этой интересной профессией. Дана Малышева продолжит. Теперь журналистика Северной Осетии начинается недалеко от села Ачмин. Здесь расположился детский оздоровительный лагерь «Звездочка». И начинаем ее мы, участники медиакэмпа. Позади половина смены, а они уже снимают ток-шоу. Тема нового выпуска – бассейн в горах. Эксперты готовятся защищать свои точки зрения, а их, как оказалось, и пересчитать невозможно. После безобидного развлечения можно подхватить простуду или получить аллергию. Только другая сторона так не считает и сохраняет оптимизм. По команде режиссера эфир начинается. Всем привет! Рады видеть вас на новом ток-шоу. Получается, конечно, не с первого дубля, но съемочная команда сохраняет спокойствие. Оператор вновь настраивает камеру. Ее, кстати, уже все любят. И дает сигнал ведущим. Все как на телеканалах. Уверенность добавляет и мастер-класс по технике речи. Ребята знают, дикция – оружие тележурналиста. Мы с детьми общались в такой вот дружеской атмосфере. И я думаю, что они как журналисты проявили себя с лучшей стороны. Они уже какие-то определенные азы знают. Они знают, как общаться с аудиторией. Они знают, как вести себя в кадре. То есть нам было о чем поговорить и нашли точки соприкосновения. Вместо традиционного прощания ведущих звучат вопросы. Детальные ответы кто-то даже конспектирует, а другие полагаются на свою память. Для эффективности пересказывают теорию друг другу. Как правильно держать камеру, как правильно поставить штатив, как нужно приближать человека и... как правильно нужно ходить, чтобы снять проходку. Точка концентрации детского телевидения открылась каждому, кто написал эссе и прошел собеседование. 5 лет медиакэмп открывает профессию журналиста детям и подросткам. К профориентации привязали каждый день 18-дневной смены. Как говорят организаторы, возраст от 7 до 14 лет – идеальное время для самоопределения. Особенно, когда мы предоставляем возможность вживую потрогать технику, поработать с камерой, пофотографировать, записывать интервью, они с интересом к этому идут, они настроены на то, чтобы получать новые знания. Но помимо того, что у них еще есть образовательная программа, у них еще есть развлекательная программа. То есть они участвуют, у них бывают и спортивные мероприятия, и культурные мероприятия. И, конечно же, мы не обходим стороной и бассейн. Одной журналистикой сыт не будешь, поэтому лагерь нацелен и на незатейливое детское счастье. Новая компания, игры на свежем воздухе и увлекательные занятия. Дана Малышева, Хета Гапоев, Новости Осетии.